Служба Родине – почетное и достойное дело, которое позволяет ощутить свою причастность к великому общему делу. Так считает военнослужащий Александр Винников. Он несет службу в зоне СВО, защищая интересы своей страны. Подробности у Али Баташева. Я пошел туда, на зону СВО, чисто только, чтобы не было нацизма в мире. Вот и все. Его нужно закончить там. Сейчас он дома на реабилитации после второго ранения. Рядом любимая жена и дочь. Поддержка и забота второй половинки творят чудеса. Александр Винников вновь готов к выполнению боевых задач в зоне СВО. В 2012 году уроженец Волгограда Александр Винников приехал в нашу республику для прохождения срочной службы. Понравилось, остался здесь, продолжил служить по контракту. Уехал на СВО. В настоящее время командир отделения в звании сержант. В Запорожье подразделению под его командованием удалось нанести серьезный урон противнику. Александра наградили знаком отличия ордена Святого Георгия, Георгиевским крестом 4-й степени, медалью за отвагу и медалью Суворова. Если ты чувствуешь ответственность за свою страну, если ты чувствуешь, что твоей стране нужна помощь, то, безусловно, нужно идти и помогать. Потому что очень много ребят, которые идут, не за деньгами, а идут туда именно потому, что нужна помощь стране своей. Сейчас Александр собирается в очередную командировку в зону спецоперации. Так же, как это было после первого ранения. Только все сплочились, это как стала моя вторая семья. Вот. И я созванивался с ребятами, когда я был здесь, там. И они мне: «Саня, тебе так не хватает, И я все, и не мог. Я знал, что у меня есть здесь семья, конечно, моя жена, дочь, но они в безопасности, поэтому, а там ребятам нужна помощь. И все, я не стал ничего проходить, никакие комиссии, и прямым рейсом туда сразу». Быть женой военного тяжело, но почетно, считает супруга Александра Алена. «Я мужем очень горжусь, он наш герой, он непробиваемая наша крепость, наша защита, опора. Конечно, горжусь, люблю. Всегда стараюсь поддержать, как могу. Сильная любовь, все вместе переживем, все пройдем. Я рядом всегда буду, несмотря ни на что. Как бы тяжело и трудно ни было, мы всегда его ждем, всегда верим». Считаю, что сейчас наша армия набрала сильный оборот. Мы сейчас знаем многое. Противник почти сломлен. Я считаю, еще чуть-чуть, и мы достигнем своих целей и закончим СВО. Как и многие россияне, Алена будет ждать возвращения мужа с надеждой и любовью. Али Баташев, Вести Карачаева, Черкесия.